Астрологический прогноз на 20 августа, четверг. Символ этого дня – рог изобилия. В этот день силы благоволят вам и готовы помогать в любых ваших начинаниях. Поэтому особенно важно делать необходимые ритуалы для достижения желаемого, но и также предпринимать действия в физическом мире, делать конкретные действия для достижения ваших целей. Также очень благоприятен этот день для косметических процедур. Очень хорошо заняться обучением, послушать конференции, поучаствовать в образовательных программах. Зайдите на сайт Веры обязательно. Посмотрите интересные статьи. То, что необходимо знать. В этот день знания будут усваиваться особенно хорошо. А вот в отношениях возможны конфликты. Поэтому при возникновении сложной ситуации не спешите делать выводы и предпринимать резкие решения. Не делайте действий, о которых потом можете сожалеть. Сначала разберитесь. Разберитесь в мотивации. Почему человек поступил так, а не иначе? Очень важно именно внимание к людям в этот день. Особенно к близким. Также этот день благоприятен для массажа стоп, для лечения кожных заболеваний. И также обратите внимание на ноги. На ноги сделайте ножные ванночки, массаж стоп. Этот день для этого очень благоприятен. Вот такой замечательный день, символ которого – рог изобилия. Именно этот день может даровать вам изобилие и исполнение желаний. Не упустите его. Делайте ритуалы для того, чтобы желаемое пришло в вашу жизнь.